Доброго дня, мои хорошие, доброго дня. Вот такое удивительно синее море сегодня. Такая красота. Какое интересное облако, правда? Смотрите. Небо, казалось бы, чистое, и вдруг вот такой мазок, да, как кистью кто-то провел по небу. А с этой стороны какая-то непонятная, то ли это какой-то свет рассеянный, то ли какие-то остатки тумана, знаете, вверху где-то, сверху опускается. Но здесь чисто, да, вот чисто с этой стороны, а здесь от горы идет... Видите, какая-то такая, даже не знаю, что это такое, дымка. Ну, как будто бы вот туман. Вообще, в горной местности очень интересно, меняется погода, очень интересно движение воздуха. И гроза очень громко, очень. Сегодня мы отправляемся домой. Прощаемся с Черногорией. Спасибо ей за гостеприимство. Это были прекрасные 2 недели. Еще увидимся.